Тазики не с салатами, а с талой водой. Жители дома на Победы 11 получили на Новый год неприятный подарок. Канун праздника и все каникулы они провели с протечками кровли. В доме проходит очередной капитальный ремонт крыши. Попытки обновить покрытие тянутся с 2014 года. Теперь за дело взялся новый подрядчик. Смогут ли жильцы просушить квартиры к весне, узнавала наша съемочная группа. Так, не пугайтесь, здесь света нет. Вот посмотри, видишь, когда мы с тобой были, посмотри уже, сколько воды натекло. Газеты на полу, тазики по всей квартире, сдутые обои. Наряжать елку и готовить подарки Марине Протопоповой было некогда. Канун Нового года омрачила дырявая крыша в пятиэтажке. Жилище женщины затопило, как и квартиры ее соседей. Вот-вот, добро пожаловать. Ничего здесь не меняли. Вот немножко, видите, так обоями, потому что здесь смысла ремонтировать что-то нет. Но это вот все отваливается от холода. Вот эти все плитки щелкают и отваливаются. Он, конечно, очень сильный. Прогиб его уже сливать надо, по сути. Что он порвать потолок просто может натяжной. Первый год снимали крышу полностью, все утопили дом. Что второй год снимали крышу полностью, все утопили дом. Что третий год сняли всю крышу, утопили дом. Пятые этажи, там 12 градусов вообще тепла в квартире. В настоящий момент залито 26 квартир. Высокая влажность, замыкание проводки, пожары и отсутствие света испытывают жильцов на прочность последние несколько лет. Проведенные ранее ремонты кровли успехом не увенчались. На этот раз крышей на Победы 11 занимается фонд капитального ремонта. Вместе с управляющей компанией «Северная» разработан проект. Там еще делается водоотведение и канализация. Но не все жители пускают в квартиры. Всех, кого затопили, всем ущерб будет возмещен. Подрядчики обещают закончить ремонт кровли через месяц. Чуть больше времени понадобится на водоотведение и канализацию. При соблюдении всех условий жильцы встретят весну в сухих квартирах. Кроме Победы 11, ремонта кровли требуют другие дома компании «Северная». К примеру, «Фестивальная 6» и «Северная 15». Вот такие сильные протечки фиксируют сами жильцы. Представители управляющей компании от официальных комментариев воздерживаются, но обещают принять все меры для решения проблемы.